Я вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Ми працюємо поза нашою комфортною студією, але нам не заважається знаходити цікавих гостей для того, щоб обговорювати найбільш актуальні теми. І, напевно, найбільш актуальною темою у міжнародній політиці останніх вже тижнів є потенційний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем, відомим російським правозахисником, адвокатом, політичним оглядачем Марком Фейгіним. Вітаю вас. Рад приветствовать. Марк Захарович, скажите, вот потенциальное увеличение в два раза границы НАТО с Российской Федерацией, каким образом оно вообще может повлиять на внешнюю политику Российской Федерации, да, и насколько это может повлиять на безопасность, собственно, Украины в будущем? Ну, в целом, что касается России, в нынешнем ее положении, с учетом войны, которую она ведет против Украины, во-первых, Россия ничего не может сделать с этим. То есть просто нет ни такого инструментария, который может обеспечить безопасность или там, не допустить вступления Швеции и Финляндии прежде нейтральных стран, десятилетиями находившихся вне военных блоков, военных союзов. Сделать она ничего не может, и поэтому увеличение этой границы лишь создает эффект окружения. Ну, это скорее геополитическое окружение Москвы со стороны врага, в лице которого она видит именно НАТО. То есть, грубо говоря, НАТО становится больше, Россия уменьшается. Ну, геополитически, я имею в виду. С этой точки зрения Москве нечего противопоставить. Они могут привезти туда любые ракеты «Искандеры», любые боеголовки. Это ничего не дает, если с той стороны будут такие же боеголовки. Поэтому, собственно, изменена была позиция публичная Москвы о том, что ну, раз они вступают, мы будем за этим следить, мы будем реагировать на изменения военной инфраструктуры. Но, в принципе, ничего сделать-то не могут. Напасть на Швецию, там, не знаю, на остров Готланд или на Хельсинки Москва не может, потому что даже еще до вступления их предупредили, что НАТО защитит эти страны. Страны европейские, страны, которые входят в так называемый коллективный Запад. Поэтому с этой точки зрения это ничего не меняет для Москвы в части ее возможностей реагирования и потенциальной миссии по отношению к той же Финляндии, с которой еще в советский период после войны были заключены соглашения, которые препятствовали ее изменению статуса в качестве нейтральной державы. Ничего Москва не сделала. Как это может помочь Украине? Может помочь Украине. Мы видим, как принимают Швецию и Финляндию, да? Без ПДЧ. То есть без вот этих ворот, которые железобетонных, которые требуют от стран, потенциальных участников альянса, всякого рода ступенчатых требований от стандартизации вооружений, борьбы с коррупцией, там еще чего-то. Это все очень так надуманно, между нами говоря. То есть если НАТО захочет, в один день примут. Вот о чем свидетельствует именно предстоящий мадридский саммит, на котором Швецию и Финляндию могут принять. Это практика, которой может апеллировать и Украина, и Молдова, и Грузия, говоря о том, что почему вы нам предлагаете ПДЧ, если вот страны скандинавские были приняты, Северная Европа приняты без всякого ПДЧ. Так что с точки зрения дальнейшей самоорганизации, места в организации Украины, это позитивный опыт. То есть НАТО не будет чем парировать этот тезис. Во-вторых, смотрите как. Россия, которая заявила в декабре свой меморандум, его сейчас называют меморандум Путина, если кто помнит, сейчас уже в далеком прошлом уже видится после войны в феврале, начало предложения договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО, по которому вообще ставилось условие страны Москвы невзаимное, а демилитаризации стран, вступивших в НАТО, являющихся членами альянса, после мая 1997 года, в основном стран Восточной Европы, там почти 15 стран получается, да, которые вступили, там Балтия, там, страны бывшего Советского Блока и так далее, призыв к их демилитаризации и принятие этих обязательств со стороны Вашингтона и Брюсселя, ну, штаб-квартира НАТО. Их послали, в январе четко им сказали, ничего этого не будет. Вот, этот шантаж не удался. А что это означает? Что сейчас аппетиты поскромнели гораздо, потому что результатом вот этого вызова, который Путин предъявил миру и сложившейся системе безопасности, стала не просто война, в которую сам
Путин, Москва, Кремль вступили в Украину. Но и ответ Запада, он единый, понимаете? Поставки вооружений, ясный месседж, который послан относительно ядерной безопасности, что не дай бог, вы попробуйте применять тактическое ядерное оружие, которым бряцаете в отношении неядерной Украины. Вы получите ответ, мы вас всех убьем. Ну так, по-русски переводя, вот на нормальный язык человеческий, мы просто вас убьем. Путина убьем, всех убьем, вот если переводить. И я думаю, что именно так это все и было сказано. Вот недавно разговаривал Милли с Герасимовым, представитель комитета начальников штабов американского, с главой генштаба российского. И, по-моему, еще раз это все довел, что не будет такого, что Москва нарушит все мыслимые и немыслимые нормы международного права, примет на себя обязательства и может использовать ядерное оружие против Украины, например. Не говоря уже о коллективном Западе, неважно, Лондоне, Париже или Вашингтоне. Это прямое последствие вот этой изменившейся позиции. То, что меморандум Путин не принят, а выдвинут свой меморандум, по которому Запад стандартизируется, универсализуется и объединяется. И те, кто захотят к нему примкнуть, а совершенно очевидно, что Украина мечтает о примыкании к этому Западу через его институты, там какой-нибудь Евросоюз или там НАТО и так далее. То же самое хочет сделать и Грузия, то же самое хочет сделать Молдова. И это будет, в общем, последствием в целом всей этой изменившейся ситуации. Рано или поздно. Рано или поздно. Вот Россия будет слабеть, а все эти страны, будут, получив этот билет, получив этот шанс, будут, наоборот, приращивать свое, в будущем свое, свою силу. Вы подняли очень важный вопрос единства цивилизованного мира в противостоянии агрессору. Да? Насколько позиция Хорватии, которая, ну, там неоднозначная позиция, тем не менее есть вопросы по вступлению скандинавов в НАТО. Вот Хорватия, которая примкнула к Турции, насколько, во-первых, это может затормозить вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а во-вторых, насколько подрывают вот такие вещи единство цивилизованного мира? Как, например, вот позиция Венгрии, да, по нефтегазовому эмбарго, по нефтяному эмбарго в шестом пакете санкций. Вот сколько, вот насколько подрывают подобные вещи единство? Ну, всякое нарушение этого единства через особую позицию, прикрывающую часто местнические какие-то частные интересы стран, народов, а иногда и коррупцию прикрывающую, как в случае с Венгрией. Знаете, сейчас тут не все так однозначно. Почему они так по поводу газа и этих всех энергетических дел себя так ведут? Это еще большой вопрос, кстати сказать. Ну, конечно, они могут подрывать, но не решающим образом. Я просто убежден, что все равно эти проблемы будут преодолены. Это торговля, которую предлагает, собственно говоря, Анкара. Да, она точно произойдет. Сейчас Байден взял на себя обязательство выступить этим посредником. Я думаю, что как-то они решат. Турция что-то за счет этого получит. Совсем не то, на что она рассчитывает. Например, там, на запрет курдской партии или там, преследование гюленистов. Вряд ли такое произойдет. Но какие-то важные, интересные для себя вещи Турция получит. Турция претендует на роль гегемона в регионе, в Закавказье, в Черноморье, при Черноморье. То есть, безусловно, Турция пытается укрепить и военную инфраструктуру, и свое геополитическое положение, влиять на будущее Крыма, если он все-таки по чечаянии отойдет обратно в Украине, и туда вернутся крымские татары, которых там 300 тысяч, а в Турции их 5 миллионов. Понимаете? То есть, безусловно, все страны пытаются решать свои дополнительные задачи. Просто Турция является нечто особенным по отношению к западному, коллективному Западу, такой особенной его частью. Она, скорее, даже и не является частью коллективного Запада, но выступает там, настоящим союзником. Там, возможно, любые варианты, вплоть до того, что Турции пригрозят, что ее оставят в НАТО, но выгонят из военной инфраструктуры. Это будет печально. Очень печально для Турции. Что касается Хорватии, я не воспринимаю ее инвективу вообще серьезно. Вот. Я лично знаю премьер-министра Хорватии Пленковича. Я с ним встречался, когда он был депутатом Европарламента. Мы с ним общались. Он был председателем комитета. Он меня приглашал. Я выступал в Европарламенте вместе с ним. Значит, и мы там кое-что такое обсуждали, разговаривали. Когда я защищал Савченко, было такое мощное дело. И вот я там. А Пленкович как раз выступает таким евроинтегристом. Он резко выступает за принятие, собственно говоря, стран Финляндии и Швеции в НАТО. Я думаю, эта проблема будет разрешена, потому что президент Хорватии националист, он призывает защитить интересы хорватской общины в Боснии, вот, на деление избирательных прав, ну, там
сложный рисунок игры. Вообще Босния – это очень сложное образование европейское, да, результат войны на территории бывшей Югославии. Я не думаю, что удастся кому-то порешать свои вопросы за счет коллективной безопасности. Это гораздо важнее. Идет война в Европе, она идет в Украине, и кому-то очень сильно могут дать по лапам. Понимаете? Вот, а Венгрия, например, высказался очень ясно министр иностранных дел Литвы, вот, который сказал о том, что не может европейская безопасность зависеть от капризов одной единственной страны, не называя ее, правда? Ландсбергис такой, внук Ландсбергиса, назвал ее, значит, капризной вот такой частью вот этого Европейского Союза, которая мешает осуществлять стратегические задачи. Я уверен, что стратегическим задачам принятие Финляндии и Швеции является таковой для обеспечения безопасности на всем контуре Европы. Никто не сможет помешать. Ни один из инсургентов внутренних, которые пытаются торговаться за какие-то свои частные интересы в ущерб коллективной безопасности. Я за этим не вижу ничего долгоиграющего, такого, определяющего надолго какой-то вектор. Поэтому и Турция отступится, и Хорватия отступится, и в конечном итоге и Венгрию поломают. Давайте немножко поговорим непосредственно об Украине, о нашей евроинтеграции. Я думаю, вы согласитесь, что вступление в ЕС на данном этапе является также вопросом безопасности для Украины. Вот. И последние заявления господина Шольца о том, что это достаточно будет длительный процесс, что не все так однозначно. Несмотря на то, что, в принципе, с Германией, как казалось, мы там большинство спорных вопросов решили. Германия в последнее время выступала с абсолютной поддержкой Украины. Вот как расценивать данные заявления господина Шольца, по вашему мнению? А там несколько факторов, которые на это влияют. Есть внутриполитический фактор. Он заключается в том, что линия руководства социалистов, представляет которую именно Шольц, она всегда была такой промосковской. Несмотря на то, что масса претензий к тем же ХДС и Меркель, ушедшему премьеру, канцлеру Германии, там не меньше претензий. Но, тем не менее, все-таки Шрёдеревщина – это такое тяжелейшее наследство, понимаете? Этот процесс даже называется шрёдеризацией. То есть, конечно, коррупция, политическая коррупция имеет место. Это раз. Там настолько тесные связи с истеблишментом российским, финансовые связи, промышленные связи, интересы в широком смысле экономические, стратегические, экономика стратегическая, что от этого отказаться не очень просто. И от этого будут избавляться еще десятилетия Германия. Вот от всего вот этого, понимаете? Потому что Германия на очень долгий срок предпочла принципам интересы. И это ее губит, кстати сказать. Это ее сильно губит, потому что, ну, невозможно быть главной страной Евросоюза, значит, выступая с конъюнктурных позиций. Немецкому бизнесу так хорошо, нам всем так хорошо, вот нам нужен газ и так далее. Газом не исчерпывается европейская жизнь, понимаете? Можно подороже его купить и решить проблемы с энергетической безопасностью. А вот попав в зависимость от кремлевских клептократов, от этого избавиться гораздо будет сложнее. Поэтому, я думаю, на это влияет, во-первых, вот эта традиция такая, уже сложившаяся достаточно долго в зависимости немецкого руководства, ну, прежде всего, социалистов, но не только, я уже повторяю, от России, от Кремля. Второе – это то, что, понимаете как, Германия тянет за собой еще послевоенное наследство. Быть страной, аккуратно относящейся к любым военным конфликтам, не вовлекаясь в них непосредственно. Ровно поэтому нынешние вооруженные силы Германии так себе выглядят. То есть рассчитывать на них как на главную силу по обеспечению безопасности в Европе не приходится. Германии надо возрождать свою армию, понимаете? То есть это тяжелейший процесс. Это в том числе наследство от оккупации и присутствия американцев на территории Германии. Это тоже надо не обманывать себя, безусловно, все боялись возрождения немецкого милитаризма и слишком перегнули палку в этом смысле. Понимаете, мир живет борьбой, мир не живет только благостными увещеваниями по отношению к каким-то вызовам со стороны вот сейчас России, например, потому что Россия идет, ну, из-за своего руководства по линии, повторяющей линию германского национал-социализма 30-х годов. Ну, вот просто до боли знакомые милитаризм, имперская фанаберия и так далее.
А вот боятся, вот мы поставим вооружение, из наших вооружений будут убивать, там, и так далее. Опять война с Россией опосредованная через Украину, зачем это нам надо? Там и такое витает. То есть в нынешнем виде, нынешняя мультикультурная Германия имеет тренд такой абсолютно пацифистский. Но современный мир этим не живет, понимаете? Невозможно погрузиться в мир всеобщего любви, братства и солидарности, когда в нем остаются такие, как Путин, понимаете? И это тоже дурная наследственность, дурная традиция, которая мешает немецкому истеблишменту признать, что мир опасен. Мир неблагополучен, он опасен. И создание условий безопасности является главной задачей страны, такой как Германия, главной экономической страны Евросоюза, вообще всей Европы. Да, на нее лежит эта ответственность тоже. Ее нельзя никому перепоручить. А пусть за нас американцы воюют. В 21 веке так не получится. Либо коллективный Запад разделяет последовательно ответственность на всех, либо он будет раз за разом значит, терять и разрушаться. Как бы мы ни относились к Трампу, Трамп, конечно, очень специфический тип, но он же ведь какие-то вещи правильно заявлял. Он говорил о том, что Америка несет на себя всю тяжесть финансирования, обеспечения НАТО и так далее, там львиные доли до 70% всего, что расходовалось, это американские деньги, больше даже. А Германия в то же время продолжала торговать с Москвой газом там, и так далее. Ну, погодите, вы же поддерживали своими деньгами потенциального противника все того же НАТО. Ну, в этом же какая-то глупость. Нет, что вы платите больше, создавайте, укрепляйте армии. Нельзя все время полагаться на Америку. Это тяжелый процесс, он долго еще продлится. Шольц ведь он сегодня с утра заявляет, что поддержит Украину, а с вечера начинает вот такие фокусы выдавать. Очень непоследовательно. Поэтому посмотрим. К сожалению, это есть. Вот. Хотел бы вот в конце нашего эфира поднять одну тему, которая не отойти от международной политики, хотя это и о международной политике тоже. Речь пойдет о человеке, с которым вы имеете давнюю судебную историю, который бежал из Украины и называет себя украинским блогером, хотя участвовал в российской информационной спецоперации против Украины, которая, по сути, стала мотивационным моментом вторжению российских войск сюда. Человек, который подозревается в госизмене, имеет целый ряд проблем с законом в Украине. Вот, наконец-то, я говорю, конечно же, об Анатолии Шарии. И вот, наконец-то, вопрос его экстрадиции в Украину сдвинулся с мертвой точки. По вашему мнению, насколько быстро возможно реализовать вот эту процедуру, и когда, наконец-то, этот негодяй предстанет перед украинским судом? Ну, во-первых, слава богу, что в Украине рассеялись иллюзии в отношении вот таких типов. Конечно, их особо и не было, но какая-то часть, а иначе как мы объясним, что там какие-то голосования происходили, какие-то отдельные региональные органы власти, ну, выборные имеется в виду, представительные, попали в фракции. Но сейчас они, конечно, разрушены, их сейчас нет, партия запрещена. Все это мы там понимаем. Депутатов часть в бегах находит. В бегах, да. Но есть и те, кто вовремя опомнились, даже воюют из депутатов. Я знаю их. Вот. То есть это, ну, как бы прошла вот эта аура изображать из него какого-то успешного, эксцентричного такого типа, который, значит, все время против власти, чего-то еще. Да нет, это же известное дело. Он существует и всегда существовал. И его намыливали за российские деньги конкретные. Ему ставили конкретные задачи. Да, то есть это делалось и в администрации, по линии администрации президента, и по линии Лубянки. Но сейчас это одно и то же в России, понимаете? В России уже там два десятилетия администрация президента, то, что у вас аналогично офису президента, формируется только из сотрудников ФСБ. Запрещено иметь других. Ну, понятно почему, да? Потому что сам руководитель государства из ФСБ, и он не доверяет никому, кто не имеет связи с спецслужбами. Он таким людям просто вот не доверяет. И поэтому, конечно, любая связь с органами власти в России, это, в принципе, и является и госизменой, и работой на спецслужбы на российские. Никакие тут это знак равенства. Это не может быть, что мы вот тут совпадаем по взглядам с Соловьевым и Скобеевым. Это не так. Это все делается, оплачиваясь щедро деньгами, с целью разрушения политической идеологии нынешнего украинского государства. Что мы и видим происходило на протяжении многих-многих лет. Теперь переходя к юридической перспективе. Ну, за что я точно ответственен, это за лишение его статуса в Литве, по моим заявлениям, конечно, на это повлиял офис президента,
Они тоже приложили усилия, направляли документы, но вот я был инициатором лишения его статуса в Литве, статуса беженца, потому что там он очень долго эксплуатировал это все. Его статус лишили, он судился, проиграл суды, и он подозревается там тоже, потому что Департамент безопасности представил в суд эти документы, часть этих документов я опубликовал по его иску к иммиграционной службе Литвы о лишении его статуса беженца. Там его статуса беженца лишили. Вот. Это было легко, в общем, сделать с точки зрения норм закона, потому что он там даже не проживал, он уже 7 лет не жил в Литве, что является прямым нарушением. Но основанием для его лишения была угроза национальной безопасности Литвы, что и было в основании лишения его этого статуса. Хотя он заканчивался в 2021 году, но его лишили раньше. Его лишили, по-моему, еще в 2020 году, ровно потому, что он представлял угрозу национальной безопасности. Так записано в официальных документах. Далее, значит, его действительно пытается экстрадировать, и соответствующий запрос, как я понимаю, Генеральная прокуратура Украины направила в Испанию. Там ситуация непростая, я сразу скажу, не быстрая. Действительно, процедура начата. Там, в течение 40 дней после его значит, задержание, соответственно, должны были быть направлены документы на экстрадиционные. Там не только обвинение в госизмене, но и по 161 статье, вот этот расизм, там, национальная рознь и так далее, КПК, да, Криминального кодекса, значит, Украины. Это будет рассматриваться достаточно долго. Достаточно долго. Это быстро не рассматривается, потому что там процессуально масса возможностей для затягивания этого. И он, безусловно, нанял ряд адвокатов испанских, которые являются ну, весьма, весьма авторитетными, весьма профессиональными юристами, которые могут этот процесс затягивать. Это обычная тактика адвокатская. Особенно в системе, где законы права имеют вес, в отличие от России или там, подобных же стран. Я думаю, он будет затягивать рассмотрение этого вопроса. По-моему, факты эти очевидны. Я бы сказал, есть разные способы ускорения процесса. Ну, во-первых, в Литве вот там были поданы, и тоже в Генпрокуратуре Литвы рассматривается в период его резидентства. Он получил, это известная история, деньги из России на Райффайзенбанк, благодаря которому 650 тысяч евро он купил один из объектов недвижимости в Тарагоне, как я понимаю. Вот если там возбудят уголовное дело внутри Евросоюза, это и одна зона юридическая, да, то есть одно пространство юридическое, Евросоюз, то тогда у него не будет выбора, потому что его доставят в Литву, а Литва как раз церемониться не будет на основании своих же решений, она его отправит в Украину. Если там возбудят уголовное дело, его надо будет допрашивать. Он же отказался явиться в Литву, когда ему предлагал Департамент безопасности, Департамент миграции приехать в Литву. Он отказался. А по уголовному делу он не может отказаться, потому что там все-таки был спор гражданский, административный, точнее, там административный суд Литвы рассматривал его иск. А тут, как бы, понимаете ли, вопрос более серьезный, намного более, если уголовное дело возбудят за отмывание денег и неуплату налогов, которые, очевидно, имеют место. Это один момент, который может ускорить это все, и тогда он точно либо уедет в Россию, если у него будет такая возможность, хотя он дал обязательства по явке, и, видимо, у него отняты документы, которые ему выданы самим испанскими органами власти, возможно, это какой-то ID или что-то выдумано на основании его проживания в Испании вместе с семьей. А второе, я считаю, что санкции. Санкции сильно могут повлиять. Если его подведут под европейские, там, американские или британские санкции, ну или синхронно везде, вы знаете, он лишится своих активов, какими являются его эти пропагандистские ресурсы в YouTube, там, в Фейсбуке, где-то в Твиттере. Вот. Это тоже может сильно повлиять. На это несколько по-другому, мне кажется, смотрит офис президента. Они считают, что мы должны добиться по процедуре его экстрадиции и будем судить его в Украине. Это хорошее дело. Но все-таки я глубоко убежден, его надо лишить еще и ресурсов, которые он продолжает использовать для зомбажа какой-то части аудитории. Ну, в основном российской, конечно. Но какая-то, может быть, и часть через VPN его смотрит из Украины, а в Украине идет война. То есть цена выше, жизнь и смерть, понимаете? Когда он рассказывает про наркомана Зеленского или что-то такое, это же делается по заказу. Этот заказ никуда не делся, он продолжился, потому что это понятийные отношения с российской властью, при том, что она испытывает явный невосторг от того, что столько денег потрачено, а эффект нулевой. Украина не ждала всех этих оккупантов и так далее. Ну, очевидно. Тем не менее, я считаю, что это тоже может дать эффект, если его подведут под санкции и лишат этих ресурсов, то и в Москве как-то будет кисло с ним иметь дело, потому что, ну, а какой от него толк? Партии нет, в Украине он не живет.
вся инфраструктура агентская, которая через него создалась, разрушена. Сам он, что называется, под экстрадицией. То есть, как бы, чем меньше его будут прикрывать, тем выше вероятность, что он окажется в Лукьяновском СИЗО. Вот такая вот. Вот мы же помним, да, что он очень сильно обиделся на российскую власть из-за того, что ему не предложили помощь, когда у него как раз возникли с законом, проблемы с законом в Испании. Так что я так понимаю, что они там тоже достаточно разочарованы, уже даже на этом этапе. Понимаете, и разочарование там больше. Понимаете, российская власть, она понимает, вот чтобы вы понимали, в Украине это не до конца всекают, да, Константин? Вот эта власть, она относится как к шестеркам вот к этим, пренебрежительно, она их презирает. Понимаете? Они вот пользуются и выкидывают, Они не уважают предателей, не уважают врагов. Ненавидят, но уважают. Да, хотят убить, но уважают. Враг – это достойный, как бы, по уровню, по противостоянию, ненавистник, да. Но человек, который бегает, как обезьяна, прыгает с ветки на ветку, к таким очень презрительные отношения. Да? Кого можно купить за деньги, он не интересен в принципе, то есть как союзник, как какой-то важный человек, уважаемый. Таких презирают, понимаете? Поэтому они даже когда им платили деньги, они его презирали. Те, кто принимает решения, не те какие-то там Скобейкины, там, Соловьевкины там, и так далее, а вот те, кто принимает решения, они же его всегда презирали. Поэтому как бы они его попользовались и как презерватив выкинули. Это нормальное отношение. Это вот раз за разом происходит абсолютно одно и то же. Мы это на протяжении десятилетий наблюдаем. Человек без принципов, он никогда не уважаем. Да, его используют, да, ему дают деньги. Но деньги – это фантики, еще заработают. Да? Но плательщики, русские рабы, для них еще наработают. Вот так они относятся к людям там. А вот уважать, как бы вот впариваться за него, вот этого не будет никогда. Но я считаю, что если он захочет уехать в Россию, они его примут. Почему? Потому что, как помните в фильме, он слишком много знал. Ну, а зачем ему давать повод, чтобы он оказался в Лукьяновском СИЗО и запел петухом там? Он же запоет, понимаете, расскажет все, чтобы только не сидеть долго. Он будет договариваться с СБУ, будь здоров как. Поэтому я бы полагал, что тут еще могут быть повороты, разного рода извивы. Официальная власть в Украине решила по закону действовать. Не то, чтобы там дать возможность ветеранам отомстить за все, да? Ну, хорошо, значит, надо подождать. Я думаю, что это будет долго, но шанс на успех есть. Будем ждать. Действительно хочется, чтобы этот день приблизился, как, в принципе, день нашей победы. Марк Захарович, я вам благодарю, что вы включились к нам в эфир. Большое спасибо, что нашли время. За что. Всего вам доброго и вашим зрителям. Спасибо. Я дякую також нашим телеглядачам. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.